Это моя фисочка. Что? Фисочка. Чего? Фисочка. Всем привет. Ну, как обычно, лес. Как обычно, хорошо и зелено все. Там что-то ветер и падает сзади. В общем, хотел бы поговорить по поводу приложения нового на AliExpress. Может быть, кому-то оно и нравится. Но у меня куча вопросов. Первый вопрос – это куда делась история? История заказов в новом приложении. Второй вопрос – куда делась избранная в новом приложении? Ну и как следствие, куда делся рейтинг в новом приложении? Следующий вопрос. Может быть, кто-то может объяснить, почему он в основном предлагает то, что на плюсах есть, ну то, что уже в стране. В первую очередь там завышенная цена. Во вторую очередь там завышенная цена на доставку. Уважаемые китайцы, не могли бы вы сделать приложение, которое полностью исключит то, что находится уже в России, для дальнейшего, я бы так сказал бы, сотрудничества? Потому что российские цены и цены на доставку очень-очень сильно не нравятся. Много вопросов. Может быть, в комментах кто-то сможет ответить, как одним махом перенести 3 или 4 папки избранного в новое приложение. Еще такой вопрос. Может быть, все-таки вернуть в старое приложение возможность оплаты? Было бы неплохо. Например, для того, чтобы оплатить то, что уже лежит в корзине. Все это, конечно, хорошо, вот, и доллар как раз подешевел. Сейчас самая главная возможность закупиться. Вот, я думаю, что в ближайшее время, может быть, что-то подтянут, что-то подделают с этим приложением новым. И им хотя бы можно будет маломальски пользоваться. Пока это только боль и мучение. И все-таки, как же выходить из проблемы? А выход только один. На обычном компьютере, в веб-браузере, блин, открываем AliExpress под вашей учетной записью и пользуемся всеми доступными фишечками. В общем, как-то так. По старинке. Через ноут, либо комп. Пока альтернативы другой я не вижу. Если кто-то знает, напишите в комментариях. Как что делать в данной ситуации? Ну все, всем пока. Кому было интересно, кто точно так же недоволен этим приложением, можете написать в комментариях.